Сепаратисти переплутали коломиян з поляками. У соцмережах з'явився ролик, який опублікували терористи. На відео бойовики вихвалялися тим, що під час бою під станицею Луганською захопили нібито автомобіль польських найманців, а насправді переплутали герб Коломиї з польським орлом. Сепаратисти почали вихвалятися, що захопили авто поляків-найманців. Усе це зафільмували і розмістили на каналі сепаратистів. Розказуйте. Ну, в п'ятницю от таких два джипа і один автобус, мікроавтобус, на котором їздять люди. Хотіли пересекти нашу границю. Делали разведку боєм. В даний момент, значить, от один з цих джипів стоїть тут, буде відновлюватися і приносити пользу нашій армії. Оставили вам сувенир, да? А? Оставили сувенир. А как отличаете, что это польский? А вот посмотрите на этот знак. Это есть польский орел. Теперь посмотрим вот сюда наперед. Зайдите вот сюда наперед, посмотрите, пожалуйста, на вот эту вот, вот этот знак. Национальная гвардия Украины. Снимайте. На, вот, собственно, и польский этот. А? Да, вот смотрите, вот вам польская. Вот смотрите, я вам говорил, что поляки ехали на этой машине. Это еще раз подтверждает, что у украинской армии находятся польские наемники, так? Да, да, да. Это поляки ехали. Вот смотрите, внимательно. На знак посмотрите. Крест польский тоже. Там были польские номера, но я не знаю, где они делись, собственно, вот это все. По девкам канале. Фашисты, бля. Надо подумать, что там. У меня нету, я еще. Откуда эта машина? Где она? Что она? Как? Чем она? Ну, если скажете, то кстати ему найди. Я такой грамотный человек, сразу говорю. Кохам. Польска. В общем, как бы. Так. Там был...